Офис врача общей практики появится в селе Савинская Слобода под Звенигородом. Пилотный проект медучреждения – первый подобный в округе. Строительство движется быстро. Работы начались в начале года, а осенью подрядчик уже планирует сдать объект. Здесь врач будет проживать, здесь будет главный вход, налево процедурные и врачебные кабинеты, а вот где та стена, за ней будет квартира. Будущее медучреждение – это одноэтажное строение площадью порядка 340 квадратных метров, включающая в себя кабинеты медиков, процедурную, смотровые, комнату пребывания до госпитализации, а также специальные технические помещения. В здании предусмотрена квартира площадью 66 квадратных метров для проживания врача и его семьи. Это существенно сократит время оказания медпомощи в экстренных случаях. Проверить ход строительства приехал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Надеюсь, что вот именно такая вот, вот такой вид, формат медицинского обслуживания, когда врач имеет самые, все удобства современные по месту жительства и по месту работы. Вот, думаю, что это будет притягательным для того, чтобы врачи приезжали работать в такие места. Добрый день. Также депутат регионального парламента посетил объект по реконструкции природного ландшафта Малинового оврага. Здесь ведутся работы по благоустройству сухого ручья, посадке газонов, клумб и цветников. Рабочие устанавливают современный маршрут из металлического настила на свайном основании, который свяжет ныне изолированный Успенский собор с центральными улицами и городским парком. Идет строительство пешеходных зон с разного типа покрытием, освещением. То есть добавит однозначно качество жизни в Звенигороде, улучшит его туристическую привлекательность. И уверен, что аура Звенигорода от этого приобретет новые положительные нотки. Обеспечение связи городского парка с Малиновым оврагом позволит существенно расширить возможности для отдыха горожан на природе и сформировать экологический каркас территории, связанный пешеходными маршрутами. Работы планируют завершить во второй половине августа, а уже в сентябре благоустроенный сквер Малинового оврага примет первых посетителей. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».